Привет! Как вы знаете, любое напольное покрытие укладывается по специальной технологии. Например, при укладке полов плавающим способом обязательно использование подложки, а также соблюдение правил и технологии укладки. Помимо подложки, желательно использование специальной гидропароизоляционной пленки, особенно если вы укладываете на минеральное основание. Остановимся на этом подробнее. Для чего все это нужно? Если 7-8 лет назад такая пленка практически не использовалась, то со временем ведущие производители, которые дают гарантию на свои продукты, столкнулись с тем, что в средней полосе России из-за перепадов температур из минерального основного пола выпадает конденсат. Как решение проблемы, это обязательная рекомендация использовать специальную пленку при укладке. Особенно это относится к замковой инженерной доске, к паркетной доске, более того, к ламинату и даже виниловому полу. А зачем укладывать пленку под виниловое напольное покрытие, спросите вы? А я вам отвечу. Все просто. Виниловое напольное покрытие не боится ни воды, ни влаги. Это правда. Но сам конденсат может вызвать не только проблемы у напольного покрытия. Он также может стать причиной образования плесени и грибка. Вы помните ту плесень под линолеумом? То-то же. Любой производитель, который действительно дает гарантию на эксплуатационные свойства своего материала, заинтересован в том, чтобы у вас было все хорошо, и вы были довольны своим напольным покрытием многие годы. Так что, если вы хотите сохранить эту гарантию на свое напольное покрытие, то рекомендую не пренебрегать правилами укладки плавающим способом. Гидропароизоляционная пленка необходима для защиты вашего напольного покрытия от сырости и влажности основания пола. Она подходит для таких полов с замковым соединением, как инженерная доска, паркетная доска, ламинат и винил. Ее необходимо класть на основание пола перед укладкой подложки. Укладка гидропароизоляционной пленки осуществляется в стык с нахлестом в 15 см, герметизируя весь шов специальной клейкой ленты. Напоминаю, что в наших магазинах вы можете купить разные аксессуары для укладки вашего напольного покрытия. Это, например, разные виды подложек, а также разные виды гидропароизоляционных пленок. Такая пленка существует и в роликах, и в упаковках. Я лично рекомендую себе брать именно упаковки, ведь они более компактные. Если вы решите использовать эту пленку на маленькие метражи, ну, иметь ролик в 60 квадратных метров – это не лучший выход. А вот упаковка в 15 метров квадратных – это очень удобное и компактное решение. Ее вы сможете использовать не только на большие метражи, а на очень-очень маленькие. На этом все. Делайте ремонт с удовольствием, а главное – правильно. Если у вас какие-то вопросы, то задавайте их в комментарии и напишите, вы укладывали такую пленку и на какое основание. А так, если видео было полезно, то ставьте лайки и оставайтесь с нами. Пока!